Армения против Азербайджана. Такое принципиальное дерби. И Муртазов является дебютантом. Профессиональный дебют сегодня. Видим, очень рьяно он бросается на соперника. Уже буквально в первые секунды раунда переводит Зарянов партер. Пытается защищаться в гарде Зарян. Как я уже говорил, он является мастером по удушающим болевым приемам. И вот сейчас пытается продемонстрировать свое мастерство как раз таки. И жесткая атака Заряна. Забирает он шею. И все. Насколько я понимаю, все. Альберт Казарян побеждает болевым приемом, удушающим. И это, опять-таки, победа досрочная в первом раунде. Тот самый момент сдачи. Не видел, по-моему, этой руки Зарян. Да, хлопал по настилу клетки. Руслан Муртазов. Ну что ж, Альберт Зарян подтвердил репутацию бойца, который одинаково хорошо бьет и одинаково хорошо работают болевыми и удушающими приемами. В любом случае, уважение его сопернику. Очень расстроен, конечно, Руслан Муртазов, но мы оставим в стороне, так сказать, разногласия между Арменией и Азербайджаном. Политика и спорт – это абсолютно разные вещи. По идее, вообще не должны пересекаться. И мы ждем следующую пару бойцов, дорогие друзья. Альберт Казарян! Итак, дамы и господа, мы продолжаем.